Всем привет! Мне пришла смс о том, что мне на почте ждет очень крутая посылка. Идем посмотрим, что там. Забрал я вот такую вот маленькую посылочку. Думаю, по названию видео вы уже поняли, что там мой новый скейт. Приду домой, распакую и посмотрим на него. А лучше сразу протестируем. Саша, помахай в камеру. Саша, это мой племянник, будет мне помогать распечатывать нашу посылочку. Сейчас посмотрим, что там мне прислали. Барабанная дробь и опа! Видите, какой красавец. Кстати, до 4 сентября вы можете поучаствовать в конкурсе от Candy и выиграть младшую модель вот этой прекрасной доски. Все подробности будут ниже по ссылке в описании. Фу. Аллилуйя! Мы сделали это. И вот наша доска. Смотри на эту красоту, Александр. Ну, меньше, понятно. Конечно, меньше, раза в два. А колеса, смотри, какие огромные колеса. А? Знаешь, зачем это? Чтобы было удобнее кататься. Пойдем тестировать с тобой. Давай. Доска это у нас на 28 дюймов, колеса 70 миллиметров. Здесь намного больше, чем у пенниборда, стоят подвески, для того, чтобы было удобно кататься на таких больших колесах. Что могу сказать? По сравнению с пеннибордом, это просто мега устойчивая ракета. Вот. Доска просто офигительная. Еще раз спасибо чувакам из Candy Boards за сладкую доску. Причем самое интересное, когда подобные ситуации происходят в чужом городе, где вы 100% никогда не были.